Всем привет, с вами Настя Лайм, и сегодня я решила сделать такую рубрику, что я буду показывать свои слаймы, ну и все такое. Но сначала, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Мой первый слайм, но он не самый первый, потому что все остальные первые у меня уже испортились. И вот такой слайм мне подарила моя подруга Катя, когда еще была на даче, когда еще было лето. Такой слайм. Он с такими добавкой паучками. Но так я в него добавила еще шарики и там чуть-чуть кристалликов. И он, сейчас посмотрю, он хрустит. То есть это, кликает он не очень, но кликает. Ну, тянется, чуть-чуть хрустит, размазывается он, конечно, не очень. Ну, вот это был мой самый первый слайм, но не самый первый. Следующий слайм у меня вот такой вот, потому что я покупала специальный набор, где были самые готовые слаймы, но уже готовые слаймы, в них надо было добавлять добавку. И вот такой вот слайм. Я в него добавила добавку с такими фруктиками. Он был прозрачный, но я в него еще добавила специальную неоновую посыпку, что если подержать слайм на солнце, что потом ночью он будет светиться. И вот так вот он тянется. Хрустит. Кликает. Ну и размазывается. Ну так размазывается хорошо. Я ему ставлю оценку, наверное, 7 из 10. И тому слайму, который был раньше, я ему не поставила оценку, я ему поставлю 5 из 10. Потому что я, как всегда, забыла. Следующий слайм я сделала вот такой вот. Он такой, типа, такой фиолетовый. Он был сам такой прозрачно-фиолетовый, я в него добавила блесточки, и я еще туда добавила специальные тоже неоновые посыпки, только фиолетовый. Он чуть хрустит, то есть кликает, тянется, хрустит. Ну и чуть размазывается. Нормальный слайм, поставлю ему оценку, наверное, тоже 7 из 10. Нормальный такой слайм. Следующий слайм у меня делал вот такой вот. Он такой фиолетовый, ну не фиолетовый, а такой типа розовенького слайма. Я в него добавила фруктиков опять. Потом я в него добавила еще шарики. Они вроде разноцветного цвета были, да. Ну, не очень видно, что они разноцветные. И потом было, что я потом в него добавила еще. А не, вроде потом ничего не добавила. Он тянется. Прикольно. Хрустит. Ну, кликает. О, и размазывается. Прикольненько. Я, наверное, этому слайму поставлю, наверное, уже 9 из 10. Может, даже не знаю. 10 из 10. Очень прикольный слаймик. Следующий слайм я сделала тоже фиолетовый, но он чуть-чуть другой, чем был третий слайм. Я в него добавила фруктики, фиолетовых блесточек. И еще, да вроде ничего еще не добавила. Он, этот слайм изначально был прозрачным. Он чуть-чуть кликает. Тянется он, конечно, очень хорошо, мне очень нравится. И размазывается он тоже хорошо. Прикольный, конечно, слаймик.
Я ему поставлю, наверное, не знаю, что и какую оценку ему поставлю. Наверное, 10 из 10 тоже, потому что он мне очень нравится, очень прикольный слайм. Следующий слайм у меня такой звездный. Ну, не очень звездный. Изначально он был простым синим слаймом, потом я в него добавила просто фиолетовых блесточек. Чуть-чуть он рвется, конечно. Он очень нравится. И помню, когда я смотрела на телевизоре какое-то аниме смотрела, и как раз его жмакала. Очень, конечно, прикольно, мне он очень нравится. Он хрустит, чуть-чуть кликает, тянется, ну и размазывается. У него текстура такая желейная. Желейная такая текстурка. Я ему поставлю 9 из 10, потому что он чуть желейный. Следующий слайм у меня такой вот желтенький. Я в него добавила, он изначально был желтым, потом я в него добавила посыпку фруктиков, еще добавила в него разноцветные фишболы, и еще я в него добавила посыпку, в которой потом он будет светиться в темноте. Я многие слаймы такое добавляла. Он чуть-чуть кликает. Хрустит он, конечно, не очень. Ну и тянется он, конечно, плохо. Но цвет мне, конечно, нравится. Ну, размазывается он, конечно, тоже не очень. Я поставлю ему оценку. Оценку я, наверное, ему поставлю, наверное, 5 из 10. Мне он тоже как-то не очень нравится. Но мне нравится цвет этого слайма, очень прикольный. Следующий слайм вот такой вот, золотистый. Он изначально был зеленого цвета, потом я в него добавила как раз золотистую посыпку. Не золотистую, а блестки в него добавила. И добавила в него еще разноцветные шарики. Наверное, на камеру не видно. Да, на камеру не видно. Он хрустит. Тянется хорошо. Кликает. И размазывается. Очень прикольно. Я ему поставлю оценку 10 из 10, потому что он мне очень нравится. Ну и вот так вот. И последний слайм, это вот такой вот синенький. Как раз он был изначально синенький. Я в него добавила чуть-чуть фиолетовых блесточек. Не знаю, видно будет или нет на камеру. Чуть добавила фиолетовых блесточек и добавила еще посыпку в виде фруктиков. Он хрустит, чуть-чуть кликает, ну и тянется, еще он размазывается очень хорошо. Я этому слайму ставлю оценку 10 из 10, мне он очень нравится, я в него всегда играю, просто всегда, бесконечно, он мне очень нравится. Ну, это было все, ну и всем пока-пока.